Праздничная декада откроется 1 мая. Начиная с этого дня в областном центре пройдет около 300 различных мероприятий. От камерных встреч с ветеранами до театрализованных шествий и уличных концертов. На бульваре выступит интересный коллектив. Это перуанская этногруппа «Инко Тахо», которая у нас уже раз выступала на День города. И тем, кому не удалось ее послушать, имеется счастливая возможность еще раз послушать удивительный, уникальный коллектив, который даст большую разнообразную программу. В период между 1 и 9 мая в нашем регионе состоится традиционный областной пасхальный фестиваль. На его открытии 6 мая ожидается поистине уникальное событие. И у нас даст концерт национальный симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Геева с участием одного из ведущих пианистов нашего сегодня нашей современности Дениса Мацуева. 9 мая по традиции в Брянске пройдет парад поколений, репетиции которого уже начались. В День Победы весь центр города превратится в большую концертную площадку. Завершится майская декада праздничным салютом, который в этом году прогремит на территории старого аэропорта. Елена Смирнова при содействии пресс-службы город администрации. События, Брянск.